Азиз. Помнишь, как привет? Да, да, я думал, что Азиз. Ну, не Азиз, важно. Не важно. То есть дирком своим. Ну, он это. В магистратуре, конечно, мы уже с Антонией и Ольгой вообще наглели. Ну да, пиво пью перед лекцией. Да, да, да. Но... Точно. Будем потом смотреть. Смешно. Я там смогу присесть? Точно. Хорошо. А там не укачивает? Укачивает. Да?
Вкусно. Угу. Это блины с красной икрой. Какой закат романтичный. Если не полный. Бармен с бокала пыль вызывает. То есть ты хочешь сказать, что я бокал? Да, он бармен. Начнем с того, что вот Светогорск, допустим, да, здесь был военный центральный санаторий. Образовался он на базе санатория Люфтваффе. Кто такой Люфтваффе, знаете, да? Да, знаю. Вот, пилоты Геринга. Вот, и база лечебная уже была, поэтому сразу же на этой базе сделали военный санаторий. Корпуса военного санатория были разбросаны по всему городу, поэтому в советские времена... Ага.
вот вчерашний. В понедельник обычно все музеи закрыты. Музеи закрыты, да, поэтому многие комендинки ездят на такси. Воздух волшебный просто. Без проживания на один день. Давай попробуем. У нас уже есть некоторые там. Две девушки, по крайней мере, набились на осень. На осень, в сентябре, в октябре будут. Так, кто-то там. Вон нам повезло. Ну, как видишь. Лензи. Нормально ли ты кандас них махан? Я говорю, нормальный человек это никогда не сделаешь. Ну, если, человек, если поработает лет 20, то как обезьяна научится быстро. Вот такая птица поймалась, видите? Кто это у нас? Это зяблик, все зяблик. Правильно ну, сказал. Ну вот, я угадал. Ну, нет, Юра, не девочка, не девочка. Девочка это у нас с вами. А у птиц самочки. А это самец. Сам. Хорошие ночи удавалось вот таких сов ловить больше 100 штук. За good enough без 100 фекель команды за берингеля. Это любимое занятие наших друзей, любителей птиц из Германии и из Англии, которые приезжают на специально, чтобы половить. England, common филе люди. Но правда, это было раньше, в 90-е годы, 80-е годы, 70-е годы. Сейчас климат теплее становится. Зим почти отсутствует. Fast kind of winter. Поэтому сейчас совы стали зимовать дальше к северу. Sie bleiben im Norden irgendwo. И в прошлом году мы за целый месяц поймали одну единственную сову. Voriges Jahr nur eine Vögel. А были годы, когда и за ночь сотню ловили. Aber im anderen... Третье по размеру колечко. Кольца сделаны из алюминия. Aus aluminium. Они очень легкие. Ganz leicht. Помещаем в лапку тут кольца и соединяем кончики вместе. Все, оно превратилось в настоящее кольцо. Затем берем журнал кольцевания и запишем сюда все данные о нем. Конечно, мы записываем научное латинское название. Латанише нано. Фрингила цолис. Это название зяблика. Ну, смотрите, осторожно. Вот. Я, если ласточек уже гоняю несколько дней, но они такие упорные, все хотят там гнездо сделать. Но не удастся им. Мы выучены горьким опытом. Но вы же любите птиц. Есть другие места. Пусть летят, найдут огромное место более. Он туристов тоже любит. Туристов тоже любит. Поэтому неприятно видеть, когда вы там начинаете отряхивать. Тревольный херной. Ну да. Ну да. Птица молодая, родилась в этом году. Юнге фюгель инди за яркий. Потому что у нее бледная окраска. Хас зольхи фарбе. Новые перышки. Ганс юнге. И еще один признак есть, что она молодая. Jungvogel wie geboren in diesem Sommer haben dummes Kindergesicht. Ну и молодые птицы, которые родились в этом году, первые 2-3 месяца имеют детское глупое выражение лица. Как у этой птицы. Что такое детское выражение? Я думаю, вы сравнив детей и взрослых, вспомните, что хотели бы. Я значок хотел купить. Да, пожалуйста, какой? Тонский рыцарь с ястребом. Баранина. Курятина. И, а что это? Борщ. Борщ. Ты снимешь еще тевтонского рыцаря. Да, можно нажить. Мы находимся на дюне Эфа. Хотя там еще одна смотровая площадка. И мы еще туда сходим. Заяц. О, заяц, да. Ага. Заяц. Спрятался. За кустом. Да, я успел. Эй, классно. Молодец. Ну, да, постарался. Ну, спрятался теперь, конечно. А я смотрю, думаю, чего надо. Зая, могла бы заяц поймать. Поймаем. Ну,
платим, просто как он стоит. Но у меня рублей нет. Если вы евро принимаете. Можно им расплатиться евро? Сколько? 100 рублей делить на 70, это получается 1,50 евро. Ну, мне придется, наверное, все-таки карточкой расплатиться. Может, я по тебе карточку попробую, когда выберу два. Значит, король был, Карл Великий. От него пошло название слова король. Карл – король. А на Руси царь – Цезарь. Слово Цезарь. Для решки он тоже пролезал. Тогда не было ограждений, Юля? Тогда не было. Их относительно недавно, наверное, поставили, да? Ну да. Пойдем представим, что мы машины. Завтра уезжаем. Куда? Тракай, Литва. Сейчас мы уже отправляемся в город Калининград. Дело в том, что такси за нами заедет с минуты на минуту. Мы прощаемся со Светлогорском. Нам было здесь хорошо. Я оставил здесь частичку своей души. По-европейски. Ну, вот
это точно европейская прописка, а не Светлогорск. А, меню? Да, нет, можете забирать. Твой любимый соус белый. Мой, да? Сейчас не надо, а то съемка идет. Я, кажется, знаю эту историю. Это долма? Да. А я долма. Вообще. Да, блин, тут если фоткаться, ничего видно не будет. Да, шла. Вот и кончилось наше путешествие. Вот и кончилось лето. Вон шубины, вот тут жизнь.